Всем привет, друзья! Вы на канале GameTuneRu, меня зовут Евгений, и мы продолжаем играть в Crysis 3. По заданию нам надо встретить Психа и Клэр в зале управления. В прошлой серии мы смогли проникнуть в этот командный центр Архангела. Так, посмотрим, где у нас враги здесь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, меня заметили, походу. Да, бездарно я как-то ворвался. Граната. Нормально. Как же я им завидую. Как они так кидают далеко. Вообще силачи просто. Поменяем ствол. Надо их вырезать. Этих козлов. Да откуда он знает, куда бросать-то? Предчувствие, что ли? Ну ладно, козел. Так, восполняем энергию. Ага, вот он. Это стандартный боец. Цел. Его убить вообще проще некуда. Может быть, не совсем стандартный, но все-таки мы довольно быстро с ним разобрались, друзья. Так, еще у нас здесь отважные воины идут, наступают на нас. Так, что это у нас? Тайфун. Да, вот, что я хочу. Тайфун мне нравится. Оставим вот этот прицел. Давай, давай. Давай, братан, иди сюда. О, как мощно-то. Перезарядочка, конечно, занимает времени больше, чем обычно, чем на обычной пушке. Специальные боеприпасы, стандартные. Опа. Кто это? Кто это делает? Тебя можно и так просто убить. Ага, ну... Здесь я могу пройти вообще? Сюда. Где подход к этой платформе? Мне интересно. Так, короче, он с другой стороны. Пойдем с той стороны, где я уже хотел пройти. Здесь есть что-то. Так. А сюда запрыгнуть, если? Опа. Пусто. Ой, спалили меня. Так, надо взломать. Отлично. Опа, это что такое было? Так. Ёх ты, какой разброс-то, ё-моё. Ну ладно, просто сейчас тогда подберемся к нему поближе. Подберемся и разберемся с этим мужичком, или кто он там. Ёх ты. И чё? Чё, мост убрали? Опа. Я понял. А, меня все еще видно, что ли? Зажгите его! Прикройте! Внимание, орудие! Так. Вот этого надо вырубить. Угу, угу. И спрячешься. Прямо в башку. Так, а вот, вот. Можно, наверное, опустить мост этот, да. Так. Так,
нас боец Сэл там стоял. Стоял. Так, этого мы замочили. Сейчас мы дойдем, доберемся и расправимся со вторым. Сладенький мой. Что ж ты так здесь сел? Так, все, вроде, да? Погнали, в общем. Погнали дальше. Здесь вход. Ага, вот. Запускаем. Уже почти над нами, пророк, быстрее! Осталось несколько секунд! 16, 15. Ух ты! Так, давай быстрее тогда. Пророк, помоги! Ты должен войти в терминал. Ну все, давай. Осуществляют. Используем свои хакерские способности. Для цепной реакции с энергией цефов. Нам повезло. Нам нереально повезло. Запуск симуляции третьей стадии. Стадия 3. Вы были нужны мне. Вы все были нужны мне, чтобы помочь выбраться из этой тюрьмы. Пока я спал, мои дети оставались неразумными. Последнее, что мне от вас было нужно, это отключить Архангела. За это я благодарю вас. Что? О чем ты говоришь? Раш! Запуск симуляции третьей стадии. Третья и последняя стадия. Луч. Все сильнее. О боже. Это мост Эйнштейна-Розена. Портал в галактику М33. И из него вылезает что-то здоровое. Когда я не смог считать тебя, ты сказал, что это из-за того, что ты создатель костюма. Но это ведь не так. И долго это продолжалось. Ты продлил свою жизнь с помощью нанотехнологии, используя ДНК цефов. Ты хоть понимаешь, во что ты превратился? Ты сражался с коллективным разумом цефов, так же, как и я. Только ты проиграл. Они тебя поглотили. Теперь ты один из них. О господи, как страшно. Получи. Карл. Карл? У Клары украл кораллы. Что-то в тебе есть, пророк. Что-то, чего цефы не могут понять, и чего у них никогда не будет. Ну, как всегда, я ж супергерой. Это да. Дерьмо. Пушки! Пушки! Берите пушки!
не так-то просто! Пророк, ты должен это видеть. Третья стадия. Финальный и самый смертоносный этап стратегии колонизации цефов. При встрече с упорным сопротивлением силы вторжения цефов попытаются открыть мост Эйнштейна-Розена прямо в сердце родной галактики. Отсюда ульи цефов разворачивают лагеря воинов для уничтожения любых препятствий. Мы видели лишь часть того, на что способны цефы. Это геноцид. Альфа-Цеф будет испускать этот луч, пока все силы вторжения не пройдут. Нужно его отключить. Бэр! Да, друзья, по-моему, подходит все к финалу. Пропускаю заставочку. Вы, друзья, ее не пропустите. Увидите ее в следующей серии. Ну, а пока спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте видео, если вам понравилось. И до скорых встреч. Пока!